Сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов подписал законопроект о запрете продажи снюсов и вейпов несовершеннолетним. Речь идет о никотиносодержащей продукции. Напомню, в одном из выпусков программы «Челны-24» мы рассказывали о том, что вредные вещества могут содержаться в мармеладе, шоколаде и даже в зубочистках. И такая сосательная и жевательная продукция пользуется все большей популярностью среди школьников. По новому закону несовершеннолетние не смогут покупать любую никотиносодержащую продукцию. Документ вступит в силу 5 января следующего года, и его соблюдение обещают жестко контролировать. У нас есть инспектора по общественному порядку, вот они могут рейды делать. У нас есть комиссия по делам несовершеннолетних, то есть муниципалитеты сами решат, кому они дадут такую функцию. Максимальный штраф за продажу снюсов составит до 150 тысяч рублей. Такое наказание ждет продавцов, а также любого, кто купит и передаст ребенку такую жевательную или сосательную смесь. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился пресекать продажу некурительной продукции вне торговых точек. Планируется, что снюсы и вейпы будет запрещено продавать по всей России. Законопроект уже внесен в Госдуму.